После включения аппарат ChANCE-01 сканер всегда находится в исходном состоянии по умолчанию. В исходном состоянии установлена базовая частота 60 Гц, а частотная модуляция, амплитудная модуляция и дозированное воздействие выключены. Навигация по внутреннему меню включения и выключения режимов осуществляется нажатием клавиши со стрелкой. После того, как была нажата клавиша со стрелкой, на светодиодном индикаторе аппарата загорается один из подписанных светодиодных индикаторов, и у оператора имеется 2 секунды, чтобы включить или выключить данный режим путем нажатия клавиши «плюс» или «минус». Первый светодиодный индикатор, загорающийся после нажатия клавиши со стрелкой, это лампочка D – включение или выключение дозированного режима. Нажатие клавиши «плюс» включает дозированный режим. Нажатие клавиши «минус» выключает его. За дозированным режимом следует амплитудная модуляция 3:1, подписанная AM, которую также можно включить или выключить клавишами «плюс» и «минус». Далее идет частотная модуляция FM и частота F. По умолчанию аппарат находится на частоте 60 Гц. Когда выбран и загорается светодиод F, мы можем увеличить частоту. Для этого необходимо нажать клавишу «плюс» один раз для включения частоты 90 Гц и два раза для включения частоты 340 Гц. Для переключения на более низкую частоту 14 Гц необходимо будет нажать клавишу «минус». Затем, как меняется частота, можно наблюдать по центральному светодиоду, индикатору работы аппарата. Чем выше частота, тем ярче будет гореть центральный светодиод.